Здравствуйте. Многие автомобилисты уже знакомы с системой бесключевого доступа. Она позволяет попасть в автомобиль, не доставая ключа из кармана или сумки, а распознавая владельца еще до того, как он подошел к двери. Но не на всех автомобилях есть такая функция. Мы оборудовали автомобиль функцией бесконтактного доступа при помощи системы меточной авторизации. При наличии вот такой вот тонкой диалоговой метки, которая хранится в документах, а также дополнительно установленных сенсоров в дверной ручке, можно с комфортом снять автомобиль с охраны и открыть дверь. Сейчас я вам это продемонстрирую. После поездки на автомобиле выходим, захлопываем дверь. Теперь для того, чтобы закрыть центральный замок и поднять стекла, достаточно прикоснуться ручки двери рукой или пальцем. При этом закрывается центральный замок, ставится под охрану и штатная, и дополнительная система сигнализации, поднимается стекла. Теперь для того, чтобы попасть в автомобиль, не нужно нажимать кнопки на ключе, достаточно просто открыть дверь. При этом, когда я обхватываю ручку двери, срабатывают внутренние сенсоры, снимается штатная система сигнализации с охраны, открываются двери, можно свободно открыть дверь. Я продемонстрирую весь процесс еще раз.